Всем привет! Я вновь рад вас видеть на канале Danny Hell. И сегодня я вам хочу показать в очередной раз, что же покупал в магазине Озон. Вот у меня несколько коробочек на столе. И в конце я еще одну распакую большую коробку с детским мотоциклом. Коробка большая, поэтому на столе она у меня не умещается. Что же, давайте начнем. Но это я распаковывать не буду. Это просто вода фрутоняня. Две 5-литровки. Получается, на Озоне ее было дешевле купить. Да и не во всех магазинах она сейчас есть в наличии. А теперь давайте распакуем коробочки. Пакетик сначала там уже. Здесь, как видите, вот пришел вот такой вот пакетик Спинбол Чемпион фирмы Диагостини. Внутри должны быть какой-то вот из этих вот героев футбольных мячиков. Такие вот. Но так как заказывал я это не себе, то открывать не буду. Как видите, в этой посылке мне пришел станок с двумя кассетами бритвенными фирмы Dionica. Торговая марка США, изготовитель Китай. В общем-то, ранее я себе такой станок уже заказывал. Мне понравилось, как у него лезвие бреют. И вот, у меня друг попросил заказать ему. В общем, вот такой вот станок. Решил заказать, попробовать вот такую вот ароматическую свечку от комаров. Фирма Argus. Вот такая вот. Вообще она вот здесь внутри, свечка болтается. Чувствуется. Вот так вот ходит. Есть какой-то запах такой эфирный. Вообще называется это свеча антимоскитная. На сайте это называется свеча против комаров. Состав парафин и масло цитронеллы. Надеюсь, покажет себя хорошо. Сзади приведены меры предосторожности. Производитель Китай. По заказу Аванти, Россия. В последнем видео я вам показывал, что... По-моему, в последнем. Что у фирмы Бука, также с Озона, заказал... дополнение для игрушки Skylander Imaginators. И мне в такой вот коробке пришел один пакетик. Вот здесь у меня должно быть 4 пакетика. И смотрите, как все это упаковано. Давайте проверим. Как видите, Бука упаковывает намного лучше свои посылки, чем Озон. Вот есть такая серия игр Imaginators для PlayStation. И вот для этого Imaginators есть дополнения, которые идут вот в таких вот пакетах. Давайте я открою, посмотрим, что мне в этот раз пришло.
вот здесь бронзовый такой вот сундучок. В зависимости от цвета сундучка, как видите, здесь есть бронзовый, серебряный, золотой, вы получите какой-то случайный цифровой предмет. Вообще эти сундучки нужны чисто для активации. Вот еще один. И тоже бронзовый. Эх, я так вообще рассчитывал на золотой или серебряный. И здесь, как видите, тоже бронзовый. Представьте, как кому-то обидно. Вот эти вот сейчас пакеты стоят 149 рублей. Раньше они стоили в районе 1000, а то и более. Хотя у некоторых сейчас продавцов до сих пор они стоят в районе 800. Супер! Здесь мне попался золотой сундук. Надеюсь, там будет какие-то интересные предметы. Продолжим. Купил самые дешевые спиральки от комаров фирмы Манса. Запахом зеленый жасмин. 8 часов защиты. Описание. Инсектиционные фумигирующие средства в форме спирали зеленого цвета. Назначение для уничтожения летающих насекомых, комаров на открытом воздухе. Сад, приусадебный участок, беседка, открытые террасы, веранда в присутствии людей, а также в закрытых помещениях. Склады, подвалы, домики, рыбака, туриста, кемпинги, палатки в отсутствии людей. Применение. Население в быту. Действующее вещество. Детрансальтерин. 0,25%. Порошок из древесных опилок. Порошок скорлупы кокосового ореха, порошок тамаринового крахмала, порошок древесного угля, крахмал картофельный, гуаровая камедь, краситель, отдушка, эмульгатор. Так что вот эта вот спиралька не советуется для применения в закрытом помещении. Вот эти спиральки. И штучка для крепления. Также заказал другой фирмы спирали. Здесь 10 штук и подставка. Вот как видите, 80 часов защиты. Это, наверное, по 8 часов на каждую спираль. Изготовитель Китай. Импортер Пилат. Здесь состав немножко другой. Мепер Турин 0,05%. Дезодорирующий керосин 1,7%. Угольный порошок 55,6%. Древесный порошок 36%. Крахмал растворимый 4%. Вода 8,05%.
Почему-то здесь спираль рассчитана на 7 часов непрерывной работы. Рекомендуется применять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. По окончанию использования спирали затушить и сохранить для дальнейшего использования. Вот так вот. Ну, она запакована, распаковывается, смысла не вижу. Также фирмы Suffix заказал аэрозоль от комаров и клещей. 4 часа под защитой. Активная формула. Объем баллона 150 мл. Масса нета 100 грамм. Репелляционные средства. Здесь так мелко все написано. Состав я зачитывать не буду, вам потом просто его дополнительно в описании добавлю. И заказал вот такие вот батончики Рэнди с разными вкусами, мультизлаковые. Вот в таком пакетике 150 грамм. Кто ходит в Fix Price, наверное, такую фирму видели. У них есть тоже, продаются эти мультизлаковые батончики. Но если здесь мультизлаковые батончики идут с какими-то вкусами, то у Fix Price просто либо в черной глазури, либо в белой глазури. И последняя моя коробочка маленькая. Опа! Это называется шутка и юмор. Пришло расколотое яйцо. Для друзей заказывал. Вот оно раскололось. И вот заказал также для друзей вот такой вот какой-то зверек на лодочке. Лодочкой в виде листа. Такой, ну, в одном. Йохо и друзья. Лодка с фигуркой. Ну ладно, по яйцу придется связываться со службой поддержки. Ну а теперь давайте перейдем к распаковке моей большой коробки. А теперь давайте продолжим. Во-первых, я так расстроился, что яйцо пришло разбитое, что пропустил вот этот вот товар, который там же на зоне нашел. Это вот такие медицинские одноразовые бахилы. Вообще написано стандартные. Но у них было написано, что это для размер детский. Проверю. Если бахилы большие, то, соответственно, опять придется с ними ругаться по этому вопросу. А теперь давайте распакуем мою большую посылку. Вот здесь, как видите, вот такая вот коробка идет с вырезом, поэтому для удобства и чтобы не повредить, они мне закрыли картоном. Такая вот каталка в виде мотоцикла синего цвета с известным героем Спайдерменом. Езда на мотоцикле улучшает координацию движения, физическую подготовку и чувство равновесия.
Каталка выполнена в виде гоночного мотоцикла и предназначена для отталкивания ножками деток от 3 лет. Высота посадки 33 см. На этом мотоцикле ребенок непременно почувствует себя гонщиком. Фирма Полесье. Хотя, в принципе, его и так видно. Вот такая вот конструкция этой каталки. Широкие пластмассовые колеса. Сзади для переноски, я так понимаю, родители, ручка. Ну что, надеюсь, сыну понравится. Выглядит вообще сделано качественно. По крайней мере, внешне. Пластик очень такой плотный. И хороший. Каких-либо посторонних запахов, как обычно народ говорит, я не вижу. Я не чувствую. Оговорился. Вот такая вот каталка. Из-за широких колес может стоять сама. Ну вот и все. Все товары с магазина Озон у меня сегодня закончились. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.